Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова The Master. И сегодня мы с вами, дорогие друзья, поиграем в такую карту на реальности, как Ice Wars. И сегодня я позвал моих подписчиков, вот они, смотрите, вот они стоят, чтобы поиграть вместе со мной в этот Ice Wars, да. В принципе, это уже четвертый ролик из цикла, значит, из такого нашего марафона роликов, да. И чтобы вышел пятый ролик, нужно набрать всего 4000 человек, ребятки, я уверен, что вы с ним справитесь. Как только этот ролик наберет 4000 человек, я думаю, почти сразу выйдет следующий ролик. Так что поднажмите, поставьте свой лайк, не постесняйтесь, ведь от ваших лайков, только от ваших лайков зависит, как скоро выйдет следующее видео. Ведь сегодня может выйти целых 10 роликов. Вы можете сами сделать себе праздник, всего лишь поставить лайк, там попросить друга поставить лайк или что-нибудь еще там с другого аккаунта, со второго, третьего аккаунта поставить лайк. У нас кто-то ливнул. Желательно, чтобы какой-нибудь человек еще зашел, потому что у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, у нас еще почему-то 9, а не 10. Ладно. Давайте начнем распределяться по командам. Я буду за команду зеленых. Так, а за команду желтых будет секси. Секси за команду желтых. Так, за меня пусть заходит Донг. Ну давай, сынок, заходим. Батя и сын должны всегда вместе быть, либо друг против друга. Ну, типа тогда сын должен быть лидером вражеской команды. Так, сексик выбирает себе юника, это юника берет, идет к сексику, хорошо. Так, я выбираю себе, кого бы взять. Давайте возьмем, давайте возьмем Clash Rake. Так, хорошо. А Бакрадину забирает себе сексик, я возьму себе, наверное, Silent Goblin. Давайте возьмем Silent Goblin, все, хорошо. Так, Кинетха взял, чувак, а мы возьмем себе Даймон Дэна, вот уже желейном видео Валеру. Так, и нам нужен еще один игрок, которого почему-то здесь не хватает. Ну что ж, ребятки, все, вот теперь у нас уже 5 на 5, и пора бы начать игру. Сейчас я сделаю некоторые настройки, чтобы нам было интересно играть. Фрост валку меньше до 3, чтобы было хардкорнее. Хелф бонус и стрип пусть будут 40 максимально. И общий хп, в принципе, пусть будут, наверное, 150, чтобы долго не жить. Но если хелл бонус собирать, будет неплохо. Жизни будет по 3, кто поставил 4, 4 жизни слишком много. Поехали, такую кадочку сыграем в DS матч. Старт гейм, все, вот мы распределились по вашим командам. Все честно, никто не перемешался, нет, все нормально. 5 на 5, играем, играем, играем. Поначалу лучше, кстати, не прыгать, когда мы бежим, потому что нам здесь дают баф скорости. Не знаю, замечал ли это ты или нет, но вот я замечал. О, хелл бонус! Нет, ты его хочешь забрать. Ладно, я его заберу, мне оставил Silent Goblin. Silent Goblin, спасибо за хелл бонус. Там целых два, нужно идти забирать быстрее. Ты его сожрал, Донг его сожрал. Наши чуваки там, Донг, ты один, Донг, не раш слишком жестко, тебя же могут там убить. Хеллбонус, Клэшрейк, нет, Клэшрейк рыбку мой сожрал. Ладно, нормально. Ну, чувак плывет, Натайс плывет, давайте его забьем, давайте выкидываем помойку. И закрываем, закрываем, закрываем его. Все, Натайс умер, хорошо. Оп, хеллбонус, 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 хочу забрать хеллбонус. Ам, съел рыбку. Где там? У нас, походу, там... Донг убивает! Моего сына убивает! Боже, как они смеют на моего сына нападать вообще. Нужно быстрее спасти моего сына. Спасти рядового Донхевича. Так, а что-то мы куда-то в этот фонтан... А, интересно, этот фонтан может убивать вообще жестко? Блин, я под воду попал. Нет, 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 хочу жить. Так, сексика убили. Кто-то там еще один остался. Кинетха убили. Хорошо. Утопили прямо. Утопили, придушили. Так, погнали искать этих союзников. У них еще, в принципе, у многих там по 3 жизни, только... у нас их вообще у всех по 3 жизни. То есть наших еще пока не убивали, это круто. Это, конечно же, круто, это не может быть не крутым. Так, Кинет, ну ты что делаешь, что? Ой, меня выкинул. Где он сам, где он сам? Его, видимо, тоже откинули. Так, сексик опять умирает. У сексика уже одна жизнь. Что же, желтые не могут, интересно, затимиться как-то, собраться. Ладно, давайте отойдем подальше от их берега. Где противники? Я не вижу остальных противников. Донха заставили поплавать и убили. Боже, Донха тоже минус одна жизнь. У нас уже один игрок теряет одну жизнь, но при этом противники очень много жизни потеряли. Не знаю, вроде бы мы достаточно сбалансированно собираем команду. Ой, вот видите, нельзя прыгать, когда у тебя по 3 всего фростволка. В итоге там мне даже меньше жизни, чем было до этого. В общем-то, вроде сбалансированные более-менее команды собрали, но все равно почему-то чуваки из вражеской тимы просто очень жестко умирают. Потому что даже я их вообще не вижу, где они там ходят. Где они вообще умирают, реально, я вообще желтых не вижу. Тупо все на базе сидят, но это нечестно. Зачем вы с ними держитесь на их базе? Это же глупо. Так, у них там преимущество явно, у них там баф скорости. Ну и плюс там у обычной земли тяжело кого-то скинуть. Так, Кинет, ой, опасно, 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 сексик. Ой, меня выкинули, нет, 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 не хочу умирать. Нет, жить, 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 есть. Есть, я живу, я живу, я живу. Найс, лука по нему послал, все, отлично, закапывайте его, закапывайте. Тут сзади еще двое каких-то желтых, юникеточек, на, вот, получил по спине. И сексик. Отлично, сексик меня выкинул, меня даже спас этим самым. Юникет, на, получай, как он там. Ну-ка, давай, лети в воду, отлично, окунулся юникет. По мне из лука попал даже, на, сексик из лука тоже, бам.
Что-то он даже не отлетел от этого. О, он в дырку, он в дроппер сыграл, лол. Тупо в дроппер сыграл, сексики умер. Ха-ха! Так, отлично, отлично. Я-то еще живу, это хорошо, боже, тоже исчезают блоки. Вот, у меня 3 жизни до сих пор, но при этом очень мало хп. Упасть в воду, мне кажется, уже для меня будет смертельным. Смертельной фигней. Так, все, я скидываю ее. Но я пока живу. О, рыбка запомнилась. Нет, Донг, да не рыба. Хотя, ну, Донг одна жизнь, все, пусть съест сам рыбу лучше. Так у Донга уже одна жизнь, жесть. Вот видите, он слишком жестко играл. И поэтому уже одна жизнь. Я юнит-кредочка выкидываю. У нас всего по 150 жизней сейчас, поэтому как бы находиться вообще в воде, это очень сложно. Ну, очень тяжело для жизни. Все. Позатопили его, закрыли льдом. И он умер. Осталось 2 человечка. Ну, думаю, мини-крольчонок и никто уже не затащит. Мне оставили рыбку, спасибо. Стало у меня 80 жизней. Хотя у Донга очень сильно таргетовали, походу, потому что у него всего одна жизнь. У меня около Шрейка и у Сайлент Гоблина по 3 жизни. Ну, прям очень хорошо держится. Походу, придется выкуривать их прямо с их базы, да. Из лука по нему. Все, выкидываем его. Из лука, вообще из лука по нему. Оп. Оп. Все, добиваем мини-каточка. Все, и мы побеждаем. Но одной каточки, мне кажется, будет немножечко маловато. Поэтому давайте сыграем еще одну игру. В принципе, давайте достанемся теми же самыми составами. В принципе, думаю, ребята сейчас соберутся. Не знаю, надеюсь, они соберутся. В принципе, Нантай, Сексик, им должны хорошо играть. Кинет тоже. Давайте-то сделаем хил-бонус рыб 5. Изначальное хп сделаем до 350. Жизни сделаем по одной. А, нет, дайте максимальное количество хп. И максимальное количество бонуса. 40, то есть вообще будет тяжело как-то проиграть, но будет всего по одной жизни. Фростволк сделаем 4 еще побольше, чтобы было, ну, понадежнее немного стояться на ногах. И, в принципе, 5 на 5, поехали. Теперь всего одна жизнь, теперь нужно играть очень аккуратно, всего одна жизнь, и все, и игра заканчивается. Нужно играть максимально в команде. Сейчас мы должны играть, и противники должны играть максимально совместно, так, в команде. О, боже, рыбка-то запомнилась ближе к ним. Это плохо. Они уже съели эту рыбку. Можно уже начинать их обстреливать. Нужно, чтобы они уже падали в воду. Если противник упадет в воду, это хорошо. Это даже хорошо. Прикольно, что здесь кто-то так вот ломается. Ой-ой-ой, никого нашего пытаются закинуть в воду. Наш в итоге попал, но Тайс тоже попал в воду. Меня пытаются тоже выкинуть. Так, нужно стоять, хилиться. Сексика выкидывать, сексика выкинул, хорошо. Жизнь-то у нас теперь уже не бесконечная, как вы понимаете. Ой-ой-ой, лед по мной пропадает. Просто лед по мной пропадает. Нет, куда же мне бежать? Куда же не бежать? Отлично, я выжил. Фух! Офигеть, мне на секунду показалось, что я сейчас реально просто помру. Где мои союзники? Я не вижу моих союзников рядом. Это очень плохо. Так, выкинул сексика. Из лука по нему еще. Хорошо, сексик, давай туда под воду. Так, сексик, хорошо. Прямо играешь на... Вернее, так, играешь, как я хочу. Так, уплываем, плываем, плываем. Просто плывем до моей базы. Я потеряю 1 000 000 хп, но надо доплыть до моей базы. Сажу еще рыбку на 40. И кто-то уже погиб. Не знаю, кто погиб. Надеюсь, это все-таки игрок из вражеской команды. Да, Кинет погиб. Я потратил очень много хп. И у нас тоже Diamond Den погиб. Плохо. Остаемся 4 на 4. Очень опасная игра. Очень опасная игра. Нужно максимально сконцентрироваться на игре. На кого-то из наших забивает, кажется, это Донг. Должен он помочь. Нет, это Клэшрейк. Клэшрейк, живи. Клэшрейк, отлично. Скинули чувака. Все. Фигачим, фигачим. Все, у нас минут 4 на 4. Аккуратно, ребят. Очень аккуратно. Очень аккуратно их нужно выкидывать. Так, я у стены здесь стал. Мне было тяжело выкурить, но у стены стоять тоже опасно, потому что можно попасть тупо в дырку. Только сейчас сексик попал в дырку. Ой-ой-ой. Это же к старому льду нужен. Встань, встань на лед, встань на лед. Фух, я встал к старому льду и выжил. К старому льду встал и выжил. Так, на тайс, помойку. Не улетел, как он не улетел в помойку, лол. Странная фигня. Так, у них кто-то упал, кстати. У них кэточек. Пока. Сразу же минус 2. У них еще минус 1. Еще в воду. Так, выкидываем их. Сексика, откидываю. Отлично, Никодыч тоже умирает. Никодыч тоже умирает. Сзади у них еще один мини-крольчонок. Нужно ее тоже так вот. Опа. Блин, промазал. Отлично, попал. Все, боже, мы победили. Фух, я уж думал, мы проиграем. Мне кажется, у каждого из нас осталось очень мало жизни. Получилась очень напряженная битва. А теперь сделаем еще жестче. Сделаем все на минимум. Все на минимум. Ну, хп, конечно, можно сделать по сотке. Погнали, последнюю карточку. Третья игра. Почему-то из матча, потому что захват флага не такой уж интересный. Там буквально стоит его захватить и все. Там все очень просто. Даже не нужно его нести на базу вроде. Если мне память не изменяет. Или нужно. Я уже забыл, просто захват флага, когда мы поиграли, мне не очень понравилось. Команда, ну тут прямо совсем. Если ты упал, то все, это good game. Здесь же даже прыгать нельзя, по-моему. Но мы что-то не с ним командой играем. С половиной игроков пошли туда, половина туда. Мы все очень далеко от наших противников. Мы пока только на базе стоим, к сожалению. Вот, хорошо.
100 жизней, это 2 раза попасть в воду и все, и good game. А старый лед-то ломается, опасно. Нужно очень аккуратно играть. Так, на Тайса, все, отлично, мы какого-то тиммейта и них скинули. Кинет, все, минус. Кинет уже погиб, Кинет. Нет, я попал в воду. Ой, минус половина хп, просто жесть. Так, ну Тайс тоже умирает. Не, у нас все-таки команда определенно сильнее. Хотя, во что делают наши противники? Неужели они там собирают рыбу все это время? Потом желтый какой-то собирает рыбу, ходит, смотрите. И вот эту рыбку здесь, которая спереди стоит, потому что мне прям нужно эти 40 хп. Хорошо, я съел. А, она плюс 5 всего дает. Ой, плюс 5, я забыл, что рыбка здесь почти ничего не дает. Очень напряженная игра. Так, ой, я тут в дропе попадаю. Долг просто умирает, жесть. Мы остаемся 4 на 3, а где желтый? Почему желтый стоит вообще на нашей базе? Нужно его пойти убить, кто это такой? Ника, ты думаешь, самый хитрый? Давайте, просто залезаю на берег и выкидываем его с берега. Просто с берега, давайте, толпой, все, он в воде. Теперь из лука по нему. Все, валим этого кабана, все, он под водой. Он уже не выживет. Отлично, Ника это забили, нефиг было стоять. Вот он отбился от своей стаи, от своей команды, как видите, проиграл. Так, их осталось двое, нас трое. Все, он остался один. Нужно найти последнего противника, погнали. Погнали, мини-крольчонка. Где же она находится? Вот они разделились, у их команды была проблема, что они разделились. Им нужно было играть вместе, но они разделились, и это была ошибка. Из-за этой ошибки они сейчас и могут проиграть. Не вижу, где мини-крольчонка находится. Где же она? А, на зеленой базе, на крысичах. Ой, на крыс... сейчас бы на крысичах играть. И Никайточек уже вышел, он понял, что безысходность, надо выйти. Ладно, погнали на зеленую базу, раз она на крысичах, то найдем. А все, грин вон, она, видимо, решила слиться специально. Она... А, она умерла, типа, когда стоишь, что на крысичах умираешь, типа, да? Типа, когда на земле стоишь. Или как, она просто в воду упала? Понял, ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом этот ролик подходит к концу. Не забывайте, что если вы сейчас наберете 4000 лайков, то в течение 30 минут или почти сразу после этого выйдет следующее видео. Поэтому как можно быстрее ставьте свои пальцы вверх, чтобы увидеть следующий ролик. Ведь только от вас и от ваших лайков зависит выход видео сегодня в наш марафонный день. Ну а на этом все, с вами был я, Демастер, с всеми подписчиками и SteamSpeaker, что поиграли вместе со мной в этот прикольный мини-режим, я бы так сказал, эту карту на Реалмсе. Это было интересно, новогодний. Не такая Ice Wars, прикольная карта. Но это все, друзья, всем удачи и всем пока-пока, ребятки.